Всем привет, ребята! И сегодня мы будем снимать челлендж «Распилить эту доску». Вот, там только сняли краску, теперь будем ее полностью разламывать. Только не всякими полезными вещицами, а будем всякой фигурой. Например, линейкой. Да, но это, конечно же, невозможно. Вот в чем суть заключается нашего челленджа. Что это сделать нереально. Ну да. Например, мы попробуем вот этой штукой, но у нас ничего не получится. Мы только сняли краску, вот эта маленькая щелька. Надеюсь, вам там видно, но вон там немножечко. Вот. Ну, короче, мне кажется, что это реально невозможно. Ну, это есть так. Не, ну это возможно, только на это надо утратить 20 лет. Мне кажется, 40, не меньше. Все, оно не пилится больше. Все. Краска снялась и больше не пилится. Да. Маленькая реклама. Если вам подарили такие конфеты, никогда их не едите, потому что они создают из железа. Они не разбиваются, если их скинуть с пятого этажа. Мы сегодня целых 20 часов их просто долбили. Мы их кирпичом били, кирпич сломался, а не конфета. Так что лучше вот не надо их. Били и добили. Вот мы их били вот таким кирпичом, и все. И мы их, и вот так мы ударили эту конфету. И кирпич всё. Потерялся. И это моя кнопка Ютуба. За 0 000 подписчиков. Линейка. Еще одна. Подпишись на канал, поставь лайк, ля-ля-ля. Наверное, подписчики думают, потому что мы дураки. Ну, тут немножечко есть такие небольшие полосочки, то, что что-то ломается, но почти ничего не происходит. Поэтому, мне кажется, линейку мы сейчас источим. И будет 2 линейки таких. Ну, не подучится. Возьми еще другую. Сейчас сделаем карточка от Флинта. Так, ладно. Так, ребята, у нас пока еще вообще ничего не получается, да, Лиза? Да, я попробую карандашом. Ну, у Лизы не так хорошо получается снимать, из-за этого я буду оператором. Лиз, ты согласна? Да. Я ее наоборот загрязнила, так что это не подходит. Да. О, точно! А кирпичи-то на что нам? Ну да, сейчас оно побелит еще, да. Зашибить. Вообще. Он помог. Да? Да, не с тем точно помог. Косточкой! Косточкой! Ай, не получится! Не, косточка тоже хорошо все делает. Она уже половину распилила. Угу. Еще немного там. Все, готово. В кавычках. Ребят, кстати, извините за бардак, но это... Просто мы не готовились, и это наше просто первое развлекательное видео. Ну, канал-то уже целых 2 года существует. Только раньше я там один снимал. Конечно, было там 2-3 видео с Лизой, но ну, не совместно. Ну, прям, ну, только Лизу было слышно, но не видно. Ну, а теперь, наверное, будет видно. А что могла скрепка делать в карандаше? А, это я пробовал степлером. А, кстати, ты знал, что степлером можно кидаться? Ну, не кидаться, а нажимать, и он будет стрелять своими прищепками. А прищепкой что мы не можем поделать? Так,
ребят, кстати, извините, то, что у меня 0 тысяч подписчиков. Ну, кстати, реально, ребят, ну сколько я вас уже не прошу? То я вас просил, давайте 600 подписчиков накопим. Вы накопили 600 подписчиков. И теперь я вас прошу 1000 накопить. Давайте уже ее накопим. Ну, пожалуйста. Ну, или хотя бы пока 700 подписчиков. Да, Лиза? Ну, конечно, будет лучше 1000, а желательно 100. Ну да, ну для начала нам надо хотя бы 700. А то просто некоторые блогеры за один месяц по Чикенгану они снимают. Просто Чикенган 2 месяца назад был очень популярный, и они начали снимать. И у них там 47 тысяч подписчиков было за один месяц. А я уже 2 года снимаю и... О, смотрите. Лиза, ты не представляешь, как это выглядит, зырь. Ни хрена, ребят, вот это видите практически только вы. Мы не видим, что там. Да, моя попробуйте. О, давай орехом. Не, орехом. Который нам подарил какой-то Дед Мороз поддельный. Вот этим. Сейчас парень. Давайте Моргенштерн включим, ладно, я пошутил. Потому что он не заряженный, ха-ха. Послушали Моргенштерна. Кадиллак, это новый Кадиллак. Делай деньги. Подпишись на канал. Я ничего не могу делать. И вас Рикош просит тоже подписаться. Крышечка. С бумажечкой. Ебой. Я же об нее куда-то до крови обцарапалась до такой степени вот этими крашками. Лиза, хочешь у нас секрет? Мы снимаем уже 46 минут. Ай, ну вот это вышло маться. Почему она не ломается? Ребята, если вам нравится, какой я оператор зашибенный... Помогай давай, я ничего не могу, она просто не пилится. Вот ты обстарайся, не пилится. Ребят, короче, у нас вот Инстаграм уже заблокировали, но теперь мы будем в Ютуб, по идее. Но если Ютуб заблокирует, тогда мы будем в Дзене снимать. Если что, Дзен, это тоже типа Ютуб. И тогда мы там будем выкладывать все, что происходит в нашей жизни. Да. И Лиза занимается чем-то непонятным, у нее застряла линейка. Я хочу... Сейчас, ребят, вы видите, только вы это видите, потому что мы это не видим. Вон там все темно и ничего не видно. Вот что вы видите. Она чисто не пилится, все. Все, она не пилится, ребята. Это... Но мы будем ее пилить до конца. Это невозможно. Но мы будем пилить до конца. Конечно же. Мы же такие это крутые. Еще. Ребят, это такой фильтр. Это фильтр-линейка, да. Это фильтр-линейка. И мы уже снимаем 8 минут. Нам повезло с Лизой, то, что у нас камера хорошая. Да. Если бы у нас был какой-нибудь мой Samsung старый мамин, помнишь, Лиз? Хотите, я просто покажу, сколько у нас линеек. Первая. Раз. Вторая, 2, 3, 4, и 5, 5. Нет, Лиза, у меня еще в пенале лежат еще 3 линейки. А, ну да, 8 получается. О, а если... Смотри, одна стеклянная, не стеклянная, одна такая крутая, стильная, другая она гнется, вон такая антистрессовая, а третья, попробуй, она просто... Попробуй вот этим. Попробуем чем-то непонятным. О, это же пила такая крутая. Напильник. Круто. Напильник сломался. Ребят, видео будет выходить только 2 раза в неделю, потому что, потому что Лиза уезжает в понедельник и приезжает только в субботу. Еще на школу и уроки. Да, я... Ну, вообще, последний раз, как вы видели, я вас даже предупредил в сообществе, ну, типа, то, что я уйду с канала на месяц. Ну, так примерно месяц и прошло уже почти. Смотрите, я краску только сменила. Угу.
Ну, уже примерно месяц прошел, но я все-таки решила снять. Если честно, подписчики, мы это делали 3 часа, чтобы снять краску. Ребят, вы не представляете, сколько я потрачу времени, чтобы сделать нам очень-очень крутой значок для видео. А то, что мы просто снимем, не будет значка, ничего не будет привлекать. А у 4 видео какие картинки видео? Вообще ничего не понимаю. Ну как это напилить? Болгаркой надо. Пошли в гараж за болгаркой. Нет, у нас правила никаких таких сильных средств. Только со всякой ерундой. Нам надо крипер попробовать попилить. Давай, крипер взорвется. А может склеить? Идеальная идея. И твои руки приклеятся, и я твои руки буду пилить. Круто? Опа, тянь-тянь-тянь. Палочки от чего? Чисто прикольно получается. Уже 20 слоев. И мы уже снимаем целых 11 минут. Ну, я думаю, что нам пора заканчивать, Лиз, как ты думаешь? Нет, мы еще не допили. Ну, нам, Лиза. Ну, у нас случилось. Будем пилить до бесконечности, как классно. Я предлагаю что-то взять острое, потому что это нереально. Тут нет ничего острого. Где нам найти острое? А завтра мы снимем видео на улице. Да. С Петей. Нет, только не с Петей мы его снимем, а с бабушками и с супом. Ха-ха! Нет, и с Петей тоже, ребята. Да, я вам дам маленькую идейку, только чтобы вы догадались. Подсказочку. Завтра будем снимать, убегать от супа. Только я сразу говорю, это не число, это обычный от суп. Обычный суп, который люди едят. Ну, ребят, почему видео такое? Всего лишь 12 минут. Очень-очень мало. Ну, для блока вообще-то это довольно-таки много. Ну вот, почему? Потому что мне еще надо делать этот значок для видео, чтобы видео было привлекательным. Из-за этого. Ну, а ручка тоже не может ничего сделать. Ну, ребята, не знаю, какое нам с тобой приветствие придумать. Ну, давай какое-нибудь. И всем пока, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы будем допиливать до бесконечности. Да, всем пока.